Пьяный водитель протаранил маршрутку. В воскресенье примерно в 11 утра на перекрестке улиц Лежневской и Воронина областного центра столкнулись пассажирский микроавтобус «Фиат» и «Форд Фокус». В результате сильного удара маршрутка влетела в столб. Заметила, что маршрутка только вот стала сюда подъезжать, ну, по этим, а этот объехал его спереди и стал этот объезжать. Он ударился об бок его. Вылетел туда, а этот от удара такой машины врезался в этот столб. По словам очевидцев, иномарка ехала быстро, явно с превышением скоростного режима. Водитель «Форда» не соблюдал дистанцию и не успел вовремя затормозить. В результате столкновения пострадала пассажирка маршрутки. Она лежала на полу до полоска. Потом ее подняли, посадили на кресло. Сейчас ее, похоже, скорая. Медики приехали спустя несколько минут. Женщину с ушибами и серьезной травмой головы госпитализировали. К месту происшествия подъехали специалисты госавтоинспекции и сотрудники МЧС. От удара вокруг «Форда» растеклось машинное масло. Асфальт от горючего тщательно отмыли. Сам водитель автомобиля отвечал невнятно. Объяснить сотрудникам ГИБДД, что произошло, толком не смог. В отношении водителя была проведена процедура медицинского освидетельствования, было установлено алкогольное опьянение 1,46 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. То есть таким образом водитель был признан нетрезвым. За 8 месяцев этого года в городе Иваново было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии, в результате которых 38 человек получили травмы тела. Состояние водителя «Форда» характеризуется как тяжелая степень опьянения. На него составлен административный материал по статье 12.8, часть 1. Решение о наказании примет суд. Мера будет зависеть от состояния здоровья пострадавшей. Пока нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.